Добрый день. Ну, начнем делать туда антресоль сверху шкафчика. Первое, что делаем, ящички маленькие. Это под антресолью будет. Вот с такой заготовки. Желательно торцы в середину прорезаю я пилкой, потому что такую длинную, она 3 метра. На фрезере я ее уже не справлюсь с ней. Пилкой подровнять стамесочкой и туда ее. Ничего тут сложного нет. А тут уже ящички будем делать. Ну, вот это прорезаю так. Я уже показывал, правда. Ну, покажу еще раз. На пилке ставим упор. Тяжелая, конечно, подавать. Расчертили. Главное резать не по карандашу, а за карандашом. Потому что карандаш тут тоже крадет толщину. Так быстро, но на фрезере такой длины 50-ку я ее уже не удержу. Следующее. Главное следить, чтобы ровненько, чтобы не было тырцы там между планочками. Шкаф не двигать, сумбочку надо выставить идеально, вот этот отрезной и с рейсмусом, не надо будет отодвигать его. Вот, я почистил. И вот так получается у нас зачистка такая. Это быстрее, чем на рейсмусе, и легче, то есть на фрезере там. Тут чуть-чуть разница. Выставить. Thank you.
пойдем. Сейчас я зачистил, и вот это можно клеить. Вот. Эти тоже надо поподчищать. Если сильно туго, то сверху не оденешь. Придется ковадлой забивать. Надо, чтобы не так и слабо было, но не так туго. Ну, вот так. Наберем ящички, а потом же лицо здесь снизу будет море, волны, и сверху волна будет эта большая, а тут мелкие волны. Ну то потом. Сейчас надо этот каркас склеить, ящички сделать. Вот это стало для того, чтобы с той стороны, чтобы ровно была склейка, чтобы не уходил вверх ни туда, ни сюда. И так оно его прижал с той стороны, и вот тут держит. Вот это такие ящики для шурупов, крепежа. Так, вот это получился такой каркас. Зайди вот отсюда, отсюда. Я думаю, не прогнется. Когда-то делал гараж с 25-ки, под болтики, под гаечки прогнулся. Тут посередине никаких упоров ставить не буду. Только по краям. А тут будем заваливать сверху ящик. Но вот это будет так. Прилепили, чтобы вымереть все остальное. А тут антресоль сделаем. Ну, сколько хватит. Чтоб открывалось и внутри инструмент. Я не люблю, когда все в пыли будет сверху висеть. Сегодня чисто плохо. Я завтра что-то буду пилять. И тут на два пальца будет пыли с пылесосом стен. Пойдет. Так, вот это надо такой ящик собрать под антресоль. Тут ламелиями зарезать проблематично. Берем держак и щетки. Не было щетку открутить. Завтра куплю. И вот такие штифты по три штуки. Чтобы закрепить.
Все, сейчас понарезать какой длины. И наклей туда. Потом будем дальше двигаться. Каркас здоровый. Стола такого нет. Ну ничего, я его и на весу сложу. Вот это наша антресоль. И теперь надо двигаться вверх. От каркаса ящика. Ну, бока будут вот с таких щитов. Из ольхи, ну, ольха уже сучковатая. С двух сторон. Углы. Один щит оттуда, один отсюда. А тут вот такие же самые будут полочки внутренние. Это декоративная часть. Это расширим по мере продвижения. Я буду показывать, что делать. Это будет средняя часть. Двери сильно большие. Тоже будут полочки внутренние. Сам надо все позарезать. Точно так же, как вот эти мы зарезали. И эти так же зарезали. Ну, это же край. Ну, так полочки поделать надо. Тут их раз. Ну, три штуки. Что-то получится. А тут уже вешать будем весь инструмент, который есть. Сейчас надо это все позарезать и закрепить. По углам склеить. Сложновато. Конструкция. Хотелось а попроще. Ну, попроще. Что его делать попроще вообще-то? Сейчас вот как ламельником зарезать, я думаю. Показывать не надо, там весь канал этим забит. Я зарежу, а буду склеивать, буду Так, и теперь надо вклеить вот эту планочку сюда. Ее можно и не зарезать, она по плоскости прекрасно будет вклеена. И закроет вот этот шов. Промазать клеем и вклеить ее. Thank you.
это один недостаток склейки без ламели, то что не хочет на месте стоит. Так, с этим все. Теперь можно полочки нарезать.